Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 6 октября, день Иоанна. Слово на зачатие пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Многие матери зачинают детей, но мало кого прославляют. Известны только 3 матери, в чреве которых совершившееся зачатие стали предметом удивления. Праведная Анна, святая Елисавета и пречистая Дева Мария. Анна зачала Богородицу, Елисавета – предтечу, а Дева Мария – Христа. Все зачатия были возвещены ангелом, совершились по благодати Божией и по просьбе самих родителей. Считалось, что сегодня надо обязательно утеплить и протопить избу, заготовить дрова на зиму. Тогда зиму будет проще выдержать. Сегодня выпекали на левушке, варили картофель, толкли его в пюре, сдабривали молоком и яйцами. Наливали эту смесь на приготовленную заранее ржаную лепешку. Края лепешки аккуратно заворачивали и выпекали на левушке в печи. У наших предков была такая примета. Если человека постигла неудача, то его называли бедолагой и старались держаться от него подальше, чтобы самим не заразиться. Интересно подмечено как. Говорили, что свои беды пересчитывать нельзя. Сколько насчитаешь, а это считается, что накличешь бед, столько их придет вновь. То есть то, что было, отбросьте и больше об этом не вспоминайте. Вперед и только вперед. Приметы. Если сегодня мало грибов и много орехов к суровой зиме. Если сегодня слышны крики гусей, летящих очень высоко на юг, к скорой и лютой зиме. Если сегодня луна в кругу, это к засушливому лету. Фарш, вот этот, значит, из фарша лепила. Я на вкус попробовала, мне показалось мало сахара, да? Все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку... Ой. Надо одеть. Надо опускать. Я надену, да, я приготовила специальную перчатку. Потому что это потому очень что, мощный конечно, такой. Конечно, да. Он красит серьезно. Все. И вот я его опускаю в свекольный сок. Угу. Вот, она прям уже на клубничку похожа. Так. Это как раз конфетки для детей можно да. делать. Дальше, вот, кунжутик. Обмакиваем, все. И поставили. Действительно похоже на какую-то вы понимаете, клубничку. Клубничка, она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника, вот ведь ушли, ну, глотнула. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для... как для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал зерна превращается в солодовый сахар, и мы тут имеем дело уже с такими углеводами, не с крахмалами, а именно с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться, быть такими тепленькими наш организм. И что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза – это лепешки и супы из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали не просто цельное зерно, а проросшее цельное зерно, которое еще... более ценное, нежели там обычно. Геннадий Петрович, а вы скажите, сколько вот этот вот хей, который заболел почками, да, и который открыл нам хунзу, народ, да, он сколько весил? В 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Ну, нормальный вес. Нормальный вес абсолютно.
И важно, когда человек питается, вот вы говорите, естественной пищей, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся, а почему вот так? Да. Поэтому Говард Хей коренным образом перестроил свое питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека. Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прибой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!